Батю там поставим. Так, оглашение. Так, все, кто присоединился, оглашение. Постановление, да? Постановление Следственного суда по мере пресечения Аси Тулесовой. Постановление судья специализированного международного следственного суда города Алматы Джугалгасова адрес секретаря судебного заседания Катарбекова с участием прокурора отдела прокуратуры Микелского района города Алматы Казакова. Казакова, подозреваемый Тулесова, ее защитников, адвокатов Уралбаева, Тибекова, рассмотрены непосредственно в видеоконференции в судебном заседании по датой следователя. Департамента полиции города Алматы Литвиненко, согласованное с прокурором Медовиком, санкционирование мер пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Тулесова и Сейта Скулатова установил. Тулесова подозревается в том, что 6 июня 2020 года около 10.40 часов, находясь в Алматы, на пересечении проспекта Назарбаева и проспекта Абая, лично оскорбила и применила насилие, неопасное для жизни и здоровья в отношении участкового инспектора управления полиции Жигулевского района города Алматы Демирханова, исполнявшего свои служебные обязанности по охране общественного порядка. 6 июня 2020 года данный факт зарегистрирован в ЕРТР по статье 380, часть 1 УК. 8 июня 2020 года 21.25 число Тулесова задержано в порядке статьи 58. 9 июня действия Тулесова были квалифицированы по статьям 378, часть 2, 380, часть 1 УК. Постановление дознавателя Литвиненко 9 июня о применении меры пресечения в виде содержания в страже срок на 2 месяца согласовано с прокурором Жигулевского района и 9 июня, и 10 июня материал представлен под следствием судья, исследовав материалы ходатайства, выслушав мнение лиц участвующих. До свидания. Руководствуясь статьями 136, 138, 47, 38. Джахар не подключался. Угу. 48 УПК, не предрешая вопроса о виновности, подозреваемый приходит к следующему выводу. Подозрение Тулесова в совершении уголовного правонарушения при указанных обстоятельствах является обоснованным. Суд, не входя в обсуждение вопроса о виновности Тулесова и оценки доказательств, установил, что события уголовного правонарушения имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков состава уголовного правонарушения и вероятность совершения преступлений Тулесова. Тулесова подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 380, часть 1 УК, которая по тяжести относится к преступлению средней тяжести, совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Согласно пункту 7, части 1, статьи 147 УПК, в исключительных случаях мера пресечение в виде содержания под стражей может быть применена в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, если имеются данные о продолжении преступной деятельности. Соответственно, постановление Государственной Республики Казахстан номер 1 от 24 января 2020 года о некоторых вопросах санкционирования особенно личности свидетельствующие о склонности к совершению новых уголовных правонарушений. Особенности личности подозреваемой Тулесовой, исходя из материалов санкционирования, свидетельствуют о ее склонности к совершению новых уголовных правонарушений.
В связи с чем следственный судья считает обоснованным функционирование в отношении подозреваемой наиболее строгой меры пресечения. В соответствии со статьей 148, часть 7.2 УПК, одним из решений, подлежащих вынесению следственным судьей, является постановление о санкционировании содержания пострадавшего сроком до 10 суток в случае отсутствия достаточных оснований для санкционирования содержания под стражей сроком на 2 месяца. Учитывая то, что Плесова подозревается в совершении умышленного преступления против порядка управления, в то же время отсутствует достаточное основание для избрания наиболее строгой меры пресечения сроком на 2 месяца, необходимо санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток. На основании изложенного руководства статьей 136, 147, 148 УК следственный судья постановил ходатайство следователя удовлетворить частично санкционировать применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Тулесовой Сергеи Тасбулатовны сроком на 10 суток. Срок содержания под стражей начинается 8 июня 2020 года с 21:25 часов. Удовлетворение ходатайства защитное применение иной менее строгой меры пресечения отказать. Постановление может быть подано частная жалоба, принесено ходатайство прокурора в течение 3 суток с момента оглашения. В Алматинский городской суд через специализированный межрайон следственный суд был заложен. Еще в данном случае вот это решение было принято, исходя из тех данных, которые были представлены согласно материалам дела. Поэтому суд, ну, в то же время суд счел необходимым на 10 суток санкционировать. Я еще раз хочу вам напомнить, что в данном случае сведения о доказательствах и квалификации, они сейчас не исследуются следственным судьей, поэтому принято такое решение. Но в любом случае я вам разъясняю, что в течение 10 суток, в течение 3 суток вы имеете право подать жалобу на данное постановление, если вы с ним не согласны. Все постановление вам будет сегодня направлено вручено. Хорошо. Вам все понятно? Нет. Заседание закрыто. Так. Мы просим прокомментировать. Джохан, можете прокомментировать? Давайте не здесь. Отдельно. Отдельно, давайте. Угу. Наберите его отдельно. Отдельно. Угу. Тогда, да. Пожалуйста, вы прокомментируйте, так как мы в онлайн находимся, пожалуйста. Мы считаем, что данное решение незаконным. Громче говорите. Материалами ничего не было представлено. Следствие и прокуратура не предоставила материалы, подтверждающие пункт 7, что она может продолжить совершение преступлений, продолжить преступление свое, которое изначально, в чем ее подозревают. Поэтому считаем данное постановление незаконным, мы будем его обжаловать. Скажите, пожалуйста, что это значит 10 суток? Через 10 суток ее должны освободить или что будет по новому рассматривать следственный суд? Через 10 суток следственный суд, следователь должен вновь выйти с ходатайством о продлении меры пресечения. Сейчас, секунду. Да, Джохар, я тебя слушаю. Угу. Спасибо. Алло. Да, я тебя слушаю.